Ну что, ребят, знаменательный момент. У нас не было тиктоков, ну, наверное, стримов 10. Объективно. Там сейчас один футбол будет. Будет футбол, будем смотреть футбол, будут делать нарезки, типа я шарю за футбол, а потом будем байтить опять чуваков, которые там вообще не... видели меня последний раз в феврале, такие типа, бля, опять Дипинс открыл рот, нахуй. No way. Уходишь? Ну и пиздуй. Не буду брать тебе больше мой хуй. Sorry, I thought I saw a wasp. Да, смотрю аниме. Do you love То есть ты смотришь хентай? Excuse me? Мексиканс. Кстати, это популярное заблуждение. Типа, знаете, вот сейчас уже не такое популярное, потому что сейчас аниме популяризировалось, вон даже братишка не пошел озвучить аниме, блядь, 2 года назад он бы сам себе пендаль дал за это. Да ладно. А вот раньше, типа, если ты говорил аниме, то это прям сразу ассоциация с этим. Кстати, удивительно, почему хентай был вообще популярнее, чем аниме, да? Почему же он вообще приходил в голову быстрее, чем нормальная вещь вообще? Это я, объективно, понятно. На ПХ мой аккаунт есть. Нет, сегодня там моего аккаунта нету. Интересно, там можно стримить? Не было такого. Илья, можно спросить, что ты думаешь по поводу того, что у меня твои подписчики забрали кепку? Ну, сейчас будем разбираться, сейчас будем... Ну, он разобрался, слова ответил, он там начал разбираться, поняли? То есть он, ну, такой пацан слова в целом. Блин, привет, Телеграм. Снег выпал. А что такое? Вот кайф зимы, конечно. На, нахуй. Ты. Получилось. Подвезешь, я замерзаю, у нас морозы. Ну, я не знаю, классный дом сняли, кстати говоря. Да, блин, ясное же дело, я же пошел в толпу чисто ради эдитов. Ну, ясное же дело. Ну, типа, я чисто пошел эдиты половить. Только ради этого, вообще. Какой-то такой прям, бля, мультиаккаунт. Тут и тебя курсит, и план с Юликом, и Зола нахуй. И я на аватарке, бля, вообще. Что это? Вот, блядь, ты нахуй! Короче, новости в Твиттере про... Если сейчас вы отгадаете... Блять, вот сейчас вы хуй отгадаете. Если вы вот это отгадаете, то я ваш рот ебал. Серьезно. Вы вот это никогда в жизни не отгадаете, нахуй. Поехали. Блять. Видели? У него есть какая-то особенность. Он говорит до того, как начинает открывать рот. Ты ебан! Сука. Ты ебан! Я не знаю уже, как быть с этой женщиной. Она меня все время игнорирует. Если вы увидите лица... Хорошо. Хорошо. Вот он, жулик. Ну вот он! Жулик. Вот, смотри! Жулик, смотри. Вот он. Ну, жулик. Итак, какая эмоция? Ни хера себе, секунда в секунду. Ну, не очень, расстрел. Не, мне понравились, мимо. Ну, это я, ребят, не обессудьте. Говорю, что не тактильно, и у меня нет чувствительных зон. Ну что, голубчики мои, скоро Новый год, подарочки будут. Вообще, какая ситуация была, что он так танцевал, типа. Я попросил нейросеть написать мне бит. Написав пару ключевых тегов, за 20 секунд она сгенерировала мне вот такой бит. Заранее скажу, я офигел. Yeah. Немедля я его скачал и... А, блин. У меня сейчас сопля в носу, мне надо высморкаться срочно. Да, блин. Перебор. Если же в потяганиях выходить... Руки, I'm not one. Собираю свой намочек.
Нихуя! Да не я это, блядь! Депрессия, долбоёб! Вот это надо вот именно под звук читать. Ну, блядь, мне так говорит, нахуй депрессия, сходи в зал, это просто через физический труд, лучше зарисовать закон, ну, блядь, хуйня, пизду в зал. Вот это я. С TikTok сразу пиздец залетать начали, по 200 лайков, наверное, стали на 20к ваган. Да, сейчас хайпует паренек. Вы много зарабатываете? Как? Сейчас хайп отдал ему свой. Сейчас поменяемся. Сейчас вот он похайпует, потом Вова, потом опять я. Блогер. Надо потерял детственность. Это было в 15 лет с твоей мамой. Сука. Обидно нахуй. Мразь. Две скобочки вниз. Такая небольшая печаль, чуть больше, чем чуть больше, чем небольшая печаль. Он про мою. А, ладно. Тогда нормально, веселимся. Не про мою, не про нашу. Там кто в чате писал, он про ее. Сегодня тут батл текстовиков Мазелов и Кондрашов. Он никогда не признавал, что семья его спонсировала, даже отрицал. Якобы прославился лишь благодаря упорству. В своих интервью про семью он говорит, родители поддержали желание стать музыкантом. При этом есть открытая инфа, что его отец крупный бизнесмен. Он... Да? Good morning, kittens. Good morning, kittens. Well, I got a riot shield just in case, but looks like I probably won't need one because they're sleepy. Oh, why are you scared, Marshmallow? Офигеть, два котика. Flapjack. Okay, you guys do have some energy. Oh, Weenie's under there. Три котика. What are you doing under there, Weenie? Четыре кота. Why are you guys hiding? What scared ya? Maybe I made a funny noise out there before I came in. Oh, hi, Mama. So just so you guys know, Mama Scout has been adopted. She was chosen. Yeah, I ain't gonna tell him, babe, I get it, darling. Yeah, you got a situation, stop sweating, darling. Yeah, just cool, don't... Yeah, I ain't gonna tell him, babe, I get it, darling. Yeah, you got a situation, stop sweating, darling. Yeah, just cool, don't panic, darling. Я чуть опоздаю, я занят костюмом. Нифига ты красавец, оказывается. Получается. Это что такое, в костюме я красавец? Куда так вырядился? Ну просто надо было мне костюм купить. Дворецкий на 8 сезон, пацанок. Звоните, кстати. Ну, оброс сильно. А ты тоже маленькая. Как объяснить старому поколению, что дружба должна быть с человеком, с которым тебе интересно, а не с рандом челами, с которыми общаешься, только ради того, чтобы не сойти с ума без общества? Что? WhatsApp? Чего? Это где такое мнение вообще непопулярное? Я впервые слышу. А ты тоже маленькая. Для меня. Как делать вид, что ты шаришь за крипту? Если вы вдруг оказались в такой жизненной ситуации, что вам нужно выебнуться и сделать вид, что вы вообще что-то понимаете. Одно из самых худших упражнений на трицепс. Девушки да, часто делают это упражнение, чтобы избавиться от дряблости. Мужики часто делают, чтобы раскачать себе руки и базуки. Разгибание рук в наклоне или по-другому. Да похуй нам сейчас сказать всем. Два типа пацанов, это им их крисмасом. Типа один слева, один справа, а. Три получается. Парни, состоящие в... Ух ты. Прикиньте, вот так вот сделаться, и типа, я их курсидовские, бля, ненавидят, и диппинсовские. Я
Если вам вдруг будет грустно, это ебаловский обзор вас в интернете покровит. Вообще, кстати говоря, в моменте был похож концерт, как будто бы, блядь, на стрим, короче говоря. Типа, то есть он там что-то пытался, как будто бы понял, когда он не исполнял треки, он говорил, как будто бы стрим, короче говоря. Вот что я хочу сказать. То есть он что-то, какой-то интерактив проводил, как будто что-то там отпускал шутки какие-то, что-то там еще как-то объяснял. Как будто бы я сначала думал, блядь, на что ж похоже, первое пришло в голову стендап. Потом подумал, и такой поймал на мысли себя, что как будто бы, блядь, стрим, честно сказать. Потому что это первый концерт стримера, который я еще видел на своем веку. Клоун задумался о своем наследии. Так... Очередной момент с Диса Окси, где он разносит Моргина. Вот давайте, здесь есть текст. Дайте я послушаю текст, потому что та реакция собрала много негативных отзывов. Дайте я послушаю текст. Клоун задумался о своем наследии. Так вот оно, у твоей кровати. Да, тихо! Вот какой хороший текст, блять. Вот это я спасся, осуждаю. Хуйня в итоге. Я остаюсь при своем мнении. А есть что-то еще в своем теле, что бы ты хотел поменять? Конечно, хочу себе гигантский пенис. Больно? Что? Пересадка волос? Ну, не осознание того, что у тебя не гигантский пенис. Операция длилась 7 часов, и у меня была истерика на протяжении этих 7 часов. Я вел себя как конченая истеричка. Поцелать, убить или выйти замуж? Как мне говорить тоже этим звуком? Фу, чмо! Сдохни. Так, поцеловать или выйти замуж? Блядь, меня попросила сдохнуть. Ладно, поцелую. Что уж. Варианта будет нет. Фиксируем. Да иди ты нахер, не буду я за тебя замуж выходить. Эффект в озвучке, да? Типа, мне надо сказать сейчас что-то. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Так. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг. Что? Это я? Дудил нахуй. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Раз, два, три, 14. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Это мимо встанет. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Все, хватит. Раз, два, три, четыре. Заебался. Обновитесь, у меня не обновляется. Раз, два, три, 14.92. Бургер Кинг говно. Бургер Кинг говно. Выйду замуж за человека, который правильно ответит на вопрос. Ты бы поцеловал твою бывшую, чтобы спасти меня. Чего? Ты, блядь, какой-то якорный. Вопрос нахуй. Как все запутано. Да, поцеловал бы, неважно, правильно ответ или нет. Но если бы решал вопрос твоей жизни, то поцелуй бывшей, это вообще ничто. Парни, вам совет, просто расстанься с девушкой, она станет бывшей, и все. Я бы расстался на 6 секунд. Илюшка, 93. Okay. Смотри, как он уклонился. Опа, это так выглядит классно. Эт, сука, мне муж купил, блять. Давай проиграемся. Я
части шеи, декольте, закручивание волос на пальчик, облизывание губ. Ря-ря-ля. Кому позволение. Это не нравится. Ни один мужчина не пропустит женщину, излучающую сексуальность. Что у меня со смехом? Вы слышите это? Тише и декольте. Прокручивание волос на пальчик, облизывание губ. Реально позволение. Ни один мужчина не пропустит женщину, излучающую сексуальность. Блять, что это? Лепрекон, блять, диски скребет вот так, нахуй, диджей. Я решил повторить тренд. Дедом. Дедом, повтори. Два подписчика. Бургер Кинг говно. Пришел туда и крикнул на все кафе. В итоге приехала полиция и оштрафовали моих родителей на 100 рублей. Родители из-за этого сдали меня в детдом. Заберите меня, пожалуйста. Заберите меня, пожалуйста. Заходи в наш детдом. Нет, спасибо. Жестко терплю. Что делать, что ядерный раскумар на парень? Нет, Сэм. Моя семья только что позвонила. Жаклин, твой контент embarrassing. Oh, damn, girl. You gotta say it. You gotta say him that you have your own life. И ты делаешь то, что you want. You know what I'm saying? Okay, girl? Вам не стыдно, sorry. А вам не стыдно? Damn, я girl. Я королева. No doubts at all. Мой контент топ. Пошли вы все. Кто ждет вас дома? Меня. Я тебя трахну уже, что ли? Так я ж не против. Бля, меня бесят эти вырезки. Сидишь, смотришь, там придурки ставят фильмы по кодам. Я сижу, блядь, смотрю вырезку. Думаю, как интересно. А потом меня лень перебарывает. Я такой думаю, ну ладно. Лень сильнее интерес. Я ж только знаю, что ты переживаешь? Я не влюбился! Это вообще другое! Слушай, я тебя умоляю, давай мы завершим это все раз и навсегда. Я тебе напоминаю, мы в разводе уже 6 лет, и ты меня ненавидишь. Люто, больше всех на свете ненавидишь ты меня. На кой я тебе сдался, а? Если я сдохну где-нибудь под забором от передоза или перепоя, так ты ж неделю праздновать будешь. Бам. Опрокинул. И мы еще при этом почему-то спим вместе. Это чего за дичь, мать твою? Ты что, мне мстишь тогда? Ты мне вот так вот мстишь, так вот все, Оля, отомстила. Я больше... Похуй абсолютно, я тоже не проникся, мне как-то похуй. Не могу, хватит, поняла? Я сделал вид, что ты в разговоре не был. Разговор был. Был. Не зацепило. Это я вот так в феврале видосы снимал. Да? Алло, милый. О, я тут в спортзале на беговой дорожке с другом геем бегаю. Иногда мне на свете друг гей бегает. Ну как я там прыгал больше всех, выше всех? Да, 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 было, было. Excuse me, would you rather take this $10 or I'll double it and give it to the next person? Are you serious? It's literally only $10. Hot. От 1 до 10. Мне целовала спину туда же и наносила 2000 ножей. А мне чудилось даже в них нежность. Я никогда так не любил прежде. Надо делать концик, я думаю, надо делать, надо... Такой милый!
Бля, как мы с ним помиляли, сраляли. Так, и чё? Ты знаешь трек Mana Break? Конечно, курсит, знаю. А ну спой. Нет. Умоляю. Нет. Не для нарезки в ТикТок. Ну, блин, скинь свой канал. Не, ну ты сначала спой, а я скину. Нет. Ну так нечестно, я не буду. Ну, почему? Ну, такие вот требования у меня. Ну, а ты можешь помурчать? Что сделать? Помурчать. Это как? Ну, мур-мур-мур. Дурачком прикидывается, поняли? Не, не умею. Почему? Не знаю, депрессия у меня. А, тогда ладно, правда. Бэмс, бэмс, бэмс. Я карандаш 2008, а я циркуль 2007. Hey everyone. Подвезёшь, я замерзаю. У нас морозы. Покатаемся по городу. Садись, тачечку. А на шерпы зачем? Морозы. Подвезёшь, я замерзаю. Самая крутая походка в истории футбола. Ну нахуй. А за что? Ну, лифчик это пиздец вообще. Это вообще пиздец. Why doesn't Argentina have more black? It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's mama's gonna be alright. And if you have something to do, it's gonna be you, my king, bang. I'm a girl, I'm a bad diamond ring for you, I'm a sing for you, I'll do anything for you to see your smile. Ну да, неплохо, кстати, да? Можно, кстати, вот это то, что я сейчас сделал, в грустный эдит вставлять, типа, и чтобы, типа, мем, понял? Ну, то есть, типа, грустный какой-то эдит, и это Стёп эдит, понял? Грустно. Да, блядь, что это? Если вам вдруг будет грустно, это ебалось сюда. Can you make something that you wanna make? Я протащу нас через... Грубый тиммейт, который... Я топил за домашнее здоровье, но только готовил. И чё? Вот, короче, по поводу мёртвой толпы, опять же, я говорю, я пиздец вообще согласен. То есть я не знаю, как это выглядело на стриме, как была картинка, но чуваки, вот типа даже, ну, Артур сказал, типа, который диджей, что толпа пиздецки АФК, но их можно понять, ребята там стоят, блядь, чили. Ну, шестик, что ты написал? Какая нахуй мёртвая толпа, ебанулся на голову или чё? А. Это вообще у-ху-ху, им охуенно лифтики мне кидают, кайфуют. Вот, так что всем огромнейшее спасибо. Санкт-Петербург, ждите, скоро к вам тоже приедем. Было супер охуенно, кайф. Люди просто ебанутиши. Зачем людей оскорбил в конце, вообще непонятно, типа. Что люди сделали ему? Люди ебанутиши. Создание, может? Не, у меня в центре было весело. Не знаю, как там остальные места толпы, но в центре было весело. А мама, я не знаю почему, она всегда дверь открывала вот так. Телефон не месседж, ты не приедешь. Hey, slow down, there's a bump coming up. Hey, slow down, what are you doing? Hey, slow down, there's a bump coming up. Hey, slow down, what are you doing? Как осознать, кто рядом может быть? Вот это, это понятно. Чем ты, мы там занимаемся? У нас не уроки, изо, тетрадь не на стол.
моя любовь сегодня нам придется умереть. Все свет придет и будет скорее глаза смотреть. И будет громкий. Я сижу, сру в туалете. Сижу, тяжело, не тяжело, и заходит уборщик в туалет. Начинает убираться. Начинает срать рядом. И вот мы срём, блядь, и он начинает говорить. Едут как-то русские. Начинают убираться в туалетах и стучат мне. Как обосрались. Ладно, всё. Типа, с намеком на то, чтобы я побыстрее или не знаю, что такое. Короче, стучит мне дверь, я говорю, а я какаю. Просто ору, говорю, что я сру. Все, ему говорю, чтобы он подождал, и я кричу ему на русском, что я сру. И говорит меня Дима. Вот. Он, видимо, не понимал, он стучится дальше. Что-то убирается, убирается, я думаю, ну все, сру дальше. Надо было ему сказать, I'm cucking, I'm pooping, знаешь. Стучится дальше, я думаю, блядь, как ты меня заебал, сука, не дает посрать. Я выхожу, он смотрит на меня. Я такая какая-то растерянная, так смотрю, типа, ты дебил, сука, ёбаный. Это что там, типа, страшная история или что? Выхожу и иду мыть руки. Мыть руки. А, я хотела уйти из туалета, не мыть руки, просто убежать, блядь, да? Скорее. Ну, в итоге-то что? Потому что он меня заебал. Короче, он берет меня, такой, типа, тебя? Он мне показывает на раковину руки мыть, типа. Он берет меня. Крак меня отводит, и вот так мне моют руки. Чё? И я чувствую, вылазим. Я вообще это хуйня забыла. О, потом он еще хотел посушить мне руки, помочь, но я убежала. Оцените себя как актера. Он. Сколько из 10? Неудобно, конечно. Давай. 7. Андрей. Что? Что? 7. 7. Из 10. Как он проходит, блядь, придурок снизу? Я понять не могу. Вот я иногда смотрю на это, думаю, ну как ты играешь, ну блядь! Я реально в США... Работал, ну, немножко. Я учился, обучался там. Я, меня профессионал... Андрей. Что? Что? Сколько из 10? Я хочу 7, но... Вот так можно сформулировать? Я хотел бы 7, но пока 1. Но говорить 7... Ладно, собственно, это забавно. Блять, 1? Какой Саша, ёб твою мать. Давайте еще... Блять, я сказал стулом. Все. Я сказал, уйду, если еще будешь, блять. Все, все, все. Все. Да, давайте это. Заебал. Все, все спокойно. Вот видишь, разломал сам себе, как говорится, удочку, на которой сидел. Ну, ну и что он тут наделал? Мы можем пропустить вопрос про актера, если он вам неприятен. Типа, сколько из 10? Пропусти, пожалуйста. Пропусти. Ну, что-то весело. Чат это постанова. Вроде как там просто челы знают, куда идут они. Вот, вроде как. Уберите у меня ту тупых няшек, которые пишут. Всем плевать, меня опять побили в школе. Мяу-мур. Да вы дуры, что ли? Пусть вас пиздят. Так, нет. Что за бред вообще? Что это вообще за бред? Я впервые это вижу. Let's see. Hey, mom, are you proud of me? Absolutely, dear. You heard him. Блять, зачем меня ставить на это? О, обезьяна. Нейросеть договорилась с провайдером о снижении платы. I'm sorry, I just... Да ну что ж такое, блядь? Видели пополнение в семье? Если вам вдруг будет... Что-то там... Ну это я себя вышел. Я выбираю тебя!
Это я себя вышел. Damn your girl so fine, but her breath is like she says she wanna dance, but she don't know how to Hola, ¿cómo está el Italiu? Ding 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 ding. Wait a minute. Who are you? Okay. Ну тут зубы. Я хули мне, когда кто-то на телефон звонит, у меня также на планшете показывает. Алло? Тут кто-то есть? Животик поворчал, слышали? Кто решил вообще, как нужно правильно ставить ударение? Вот люди, которые это решили, создали правила определенного языка, неважно какого. Они меня спросили? Нет. Почему я должен вообще принимать эти правила? Я. А ты его спросил? Ты сидишь нахуй. Ты вообще знаешь, кто это? А мне похуй. А вот тут надо ждать ответки. Её тут не знаю, как покрыть пока. Что вообще происходит? Я ошибка, блядь? То есть, это как? Nothing that exists. Можно я кассету поставлю? Вам слово. He's a 10, but he watches anime. Он 10, но смотрит аниме. Сколько у него теперь будет? 3. В смысле? Zero? So if he watches anime, it's a no. Вообще что ли, блядь? Первое. У меня нет возможности финансировать. Пальчик облизывания губ. Если мужчина за меня везде платит, то можно и голос понизить, и слова красивые сказать. Не поет, да, получается? Что-то у нее неплохо получается петь. Сделал это потому, что французы свистели меня. Такое высокомерие со мной не работает. Ничего не понял. То я сижу, ем омлетик с пропавшей 100 лет колбаской в своей комнате, пока пьяный отец спит на кухне. Я молока сын губы, что впервые заодно. Максим не чувствует! Всем привет, мы вчера с Русланом смотрели футбол, потом ему позвонила какая-то Крис и... Why do you think that there are so many women who are angry at men? Because men suck. How do they suck at... Но даже убитая память не позволяет тебя... Ну, в этом году в школу пошли дети, которые родились в год выхода этих... Мы посмотрим «Ромашки 2», что такое «Ромашки 2»? Треков. Но перед этим не забудь подписаться. Вывезла первый семестр все с нервной клетки, теперь дошла из передоса мандаринов. Эх, бля. Сейчас карнавал выходила. Close your eyes and watch a dream for... Кот, ты вообще ёбу дал, блядь.
Да что такое? Да, блядь! Да, блядь! И нарциссическая дрочь. Да, блядь, ну что такое? Привет, это Дора. Я есть Spotify, а ты? 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 Здрасте. Розы, подвезешь, я замерзаю. У нас морозы. А мне напоминает, а ты вдыхай дым и выдыхай в потолок. Знаете песню такую? Есть такая? Вот немного денег. Купи мне вот эту вот. Навигейтор? Да, новую черную. И будешь моим шофером. Что? Две штуки в неделю. Ой, это Сильвестр Сталлоне. Мой браток! Я не эксперт, но больше чем уверен, что это не Линкольн Навигейтор. Это мамина. И? Я был в автосалоне, но взял ее. А Навигейтор? Мне его не продали. А бабки ты показал? Меня назвали барыгой и грозились вызвать копов. Поехали туда. Доброе утро. Чем могу помочь? Слушай, я тебе перезвоню. Да, погоди. Донни Шор, чем я могу помочь? Перри Куома, рад знакомству. Похоже, у нас произошло недоразумение. Ранее мой партнер заходил к вам, чтобы купить тот навигейтор, который стоит внизу. А вы не продали его. О, нет, мне очень жаль. Почему, Донни? Ну, это же было большое недоразумение, как вы и сказали. Да. По сравнению с моей... Блин, надо досмотреть! Вот бы сейчас сиськи... You just don't know. It took me more than... Ну, подожди, просто хочу убедиться. Да, нет, там не норм. Сбросьте с крыши iPhone 14 или котенка. Я сброшу 14, нахуй мне цифра, а iPhone и кота оставлю. Спасибо, до сюда. Хвалит тебя, и болезнь первая маска зависти. Если бы вы знали, как редко нас правильно понимают, вы бы молчали. Понедельник. Сегодня. Спокойно. Where should I put my shoes? Anymore. You say, put them on your... Ты даже за деньги, да. Я подумаю, потом я скажу сразу, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Иди косил. За всю жизнь? За всю может жизнь? Быть, выкурил... Ну, несколько сигарет. А я не одной. Ну, штук 6-7 где-то. А, два раза, чтобы понять, что это такое. Остальные во время съемок были. А. Сколько? 13. Не рано еще в 13 такое слушать. Сколько у тебя? Скажи. Блять, ну как-то пиздец. А? Ну как-то, да вроде как и нормально, а вроде как и как-то странно вообще. А еще с какой-то стороны ему так-то похуй, то есть не контрить вообще никак это, к сожалению. Someone tell Ronaldo there is a way. Подписывайся с пассажира, выиграет 2002, подписывайся с пассажира. Кстати, чуваки, я буду тиктоки делать. Вот, кстати говоря, хочу напомнить. Это не я, блядь, поправляю ему, ебаный в рот. Что зачем вообще это вообще рекомендация? Так,
Так что Стасик, когда ему скучно, всегда говорит: а пойду я попью чай. Вот смотри, здесь текст. Так, вставай. Фрешманов либо забыли, Лил Памп Смоук пёрт, либо похоронили Поп Смоук Джус Уэлл. Так что выбирай, кто важнее, двоим не выжить. Заурядный Алишер, либо легендарный Моргенштерн. Хотя бы шанс на любовь и свободу от сетки, либо триумфальное возвращение посмертно. Та блядки вебка до экрана, кровь на салфетке. Я пришел освободить мелкого Алишерку, того до ботокса, Дубая, кремлёвских конвертов, дефицитов внимания, мемов, пранков и кеков. Спасибо, я пообедал кошерно. Помнишь, ты съел деда сегодня, дед съел Моргенштерна. Ну не знаю, хоть что делай, но мне как-то не очень нравится. Хоть что делай, но не могу. Мои руки сожмут твои бедра. Да мне... В работе я видел книжку, на ней было написано... Ну я ничего не могу сделать с этим. Ну правда, я ничего не могу с этим сделать. Я смотрел все батлы Версуса в 17-х годах в этих. Все смотрел это. И даже когда с КПСС у него батл был, когда КПСС играл, мне больше нравился у Оксимирона текст. Но здесь не нравится мне, просто не нравится. Значит, сегодня мне в руки попал клип, как будет выглядеть. Голос соблазнительно говорит голосом, идущим из низа живота. Не понимаю. Я люблю, не на... Блин, вот Лукашенко. Долбоёберша, блядь. From Bosnia. Ты красивый мальчик. Слышь, ты, Мэра, еще раз на него глаз положишь, я тебе твою голову в жопу засуну. Утекла? А если не уберу свой глаз? Ладно. Да шо, мы теперь друзья? Ой. Блядь. Не скучай, я, наверное...